Всем привет, и мы продолжаем проходить Call of Duty Modern Warfare 3 спецоперации. Как всегда, с вами Саня Электрик Минигейм. Осталось две миссии. Осталось, да. Осталось. Не все поймут, я не советую так не говорить. Не все поймут, что ты имеешь в виду. Ну нах, я так. Тебе поверил, блядь. Захваченный информатор забил не хуже птички. Кстати. Он говорит, что русские шифры хранятся где-то в торговом. Все, да, более слишком жесткие. Давай вперед не будем слишком лезть, привалим их, а потом. Там будет еще какой-то долбоёб на пулемете. Ой. Ой, долбоёб. Кто? Только каждый раз, когда ты будешь пиздеть, я буду валить на тебя. Не кажется или громко? Мне нормально. Может, те настройки звука сбились? Не, они не сбились, просто я, может, раньше как-то не замечал. Кстати, собачки может быть скоро. Блин, напарник ранен. Парник. Собачка! Ты чё? Ох! Боже ты мой! Вторая кто, собака меня, кто меня валит, а? Валит! Пиздюк на пулемет. Оставайся там, я к тебе. Где пойду. Второй? Все, есть второй. Спасибо. А это только начало. Ну и что, с первого раза не пройдем. А помнишь, мы как эту миссию очень долго проходили, а потом отдохнули и прошли с первого раза. Modern Warfare 2 такое было. А, помню. Вот, а сейчас не получится, мне кажется. С первого раза не получится. Без этого какая-нибудь херня будет. Тупо она на костюмчике. Ты в тот раз она на костюме вспомнил. Почему? Где ты видишь, что она на костюм? Ну я вспомнил просто этот, не знаю, мне что-то этот вид Crysis напоминает второй. Честно. Какой вид? Ну вот посмотри, прямо тут вот. Ладно, лежи, не задерживайся. А, ну тоже Нью-Йорк? Да-да-да. Нью-Йорк мне напоминает Crysis 2. А, да. Хотя Стас, не факт, что это Нью-Йорк. А. Кстати, да, сзади может еще зайти, помнишь? Ну да, ну так ты давай, ты, блядь, не будешь туда бежать, но мы тут хотя бы постоим немного. Согласен. Ну, согласен, блядь. Сам съебался два лет тогда, я же не могу сам. Ну и где они? А, так не так сразу. Пойду-ка туда, где 15 метров, даже 4. Отлично. Так, какая там? Какая-то шваль меня валит, а? Вот сзади тебя пошли. Вот и пришли они. Тихо-тихо. Успел. Там у меня-то времени много было, но просто эти могут завалить. Да молчи ты своим, двигайтесь на крышу. Ты видел, что тут происходит, а? Вот именно, ничего не видел. Пиздец он мне. Уж реально пошли на крышу, пошли, ну их на. Ну давай попытаемся. Ну а шо, они тут. Бля, их тут вот. Возле меня. А, так я к тебе поползу. Не иди, не иди, я поползу. А опа, сыбо. Иди, блядь, ты ползти знаешь, сколько будешь? Ну где-то года 2-3. А, бля, я вспомнил, тут же на крыше такая жопа будет. Ого. Не напоминай.
Я вообще не знаю, блядь, что там делать. Там вообще просто какой-то идиотизм, блядь. Чё эти ебучие, блядь, непонятные, блядь. Химоружие. Да ну дай пройдут, а. Там на крыше, долбоёба. Ну я знаю, но только у меня есть такая хуйня. Опаньки. Иди, блядь, кода поставить надо. Я со снайпа их сейчас свалю, подожди. У меня она вообще есть? Да. Ты уверен, что это снайпа? Да, снайпа. Вроде бы чисто. Ладно, запускаем. Так, вертолет будет. Ой, да, вертолет будет. Так, еще будут сзади идти. Начал. Отлично. Как я еще попал, блин, я в шоке. Воу-воу-воу, что это было? А, блядь, хим это, блядь, я думаю, откуда? Вот это вот вообще жесть, никак. Пиздец, вот эта херня, и да, вообще какой-то пиздец. Надо их так валить. Они они падают вообще? Ля на них, блядь, сука, шокотехи, блядь, падают. Слазят и просто ложатся. Хорошо. Откуда они еще могут вылезти? Так. Блять! Хуйня химическая, блядь. Кто меня стрелял? Кто стреляет меня? Да то химическая херня. А, химическая. Так, я буду ползти. Не-не-не. Там с базуки стреляют, ты чё? Это не химическая. Да это ты, блин. Ты на месте сидишь, не можешь понять, кто это стреляет, а это ты просто находишься в этом. Там где газ. Долбоёб, не вставай. Ты мне что ли? Не, да бля. Да дебил! Дебил! Да... Все, валим отсюда. Опять эта херня. Опять химическая. Да. Бля. А я пока красный. Ого, ни хрена себе. С первого раза, блядь, как обычно. Ну что ж, последний месяц. Ого, блядь. Блядь. Ну я не специально. Может еще раз пойдем? Да ну тебя в жопу, знаешь. Нет, не знаю. А хотя... Ну что ж, последняя миссия. Мне кажется, да, разберитесь с ПВО и проникните внутрь базы при поддержке ИСИ-130. А когда миссию выбираешь, там написано примерно расчетное время. 2 минуты, 2,5 минуты на эту миссию. Примерно. А там у нас оно будет минут 40. Смешно. Смешно. Да не, ну блин, хер его знает, конечно. Посмотрим. Но я не буду его проходить. Ой, я не хочу тоже выживать. Там тоже, кстати. Ну смысл толку никакого там. О-о-о. Воу-воу-воу, сразу валь. Ой, та миссия как в этом была. В Call of Duty Modern Warfare 2 спецоперации. И там была карта из 4-й части. Угу. А это союз 2-й? А ты я не знаю, что за карта.
Так-то их можно завалить, а так нельзя. Да. Ничего не понял, что ты сейчас ляпнул. То эти вертолеты можно завалить, то их нельзя. Оригинально, блядь. Это ты что? Это ты валишь? Ну. Ё, да ты, блядь, самолет. Да ты, блядь, самолет. Фраза, блядь, крылатая. Назад. А я думаю, где? Тебе два типа. Один на крыше вроде бы. Три получается. Ой, завалил. Спокуха. Зап. Тут что за время? Да. Ну жопа, пока. Может, успеешь? Сука, пиздец. Да. А их там ого-го, сколько. Я сказал за время, блядь, я так и думал. Ну что ж. Нам полторы минуты дано всего лишь. Блять. Извини. Вот. Так, короче, я по-быстрому. Сейчас вертолеты поснимаю. Сука, пиздюк, блядь, почти добежал. Ну почти добежал, понимаешь, ну почти. Там было не пара метров, ну бля, ну. За что, сука? Ой, красный. Я тебя убил? Походу, да. Потому что давай я... ты сейчас не вылазишь, потому что там две машины, я их вырублю, а потом ты уже вылезешь. Да, скажешь. Можешь... выходить, я думаю. Унесима, блядь. Ох, а орудие, ебать. Убежал, сука. Да бля, задрали, а? Сзади еще заходит. Да вы издеваетесь. Они их там задрали, просто задрали. Йодя там термин. Можешь выходить, наверное. Угу. Ну там стреляют, конечно. Да. Ну блядь, ну ты их дохуя, они сдали, короче, стреляют. Я смеху всех сразу, блядь. Я ближайший знаю, ближе к тебе есть не ты, блядь, сука. Да вы задрали меня попадать, а? Только у меня вместе стреляют. Они что, сквозь стены стреляют? Крупный калибр здесь, это говно. Конечно, сквозь стены, блядь, стреляют. Умеют же, блядь. О, отлично. Тебе идут еще. Куда? Ты пытаешься зайти или что ты там делаешь? Я уже за ним. А, 10 секунд. Так. Что дали? Дальше. Так. Опять время.
Там не так далеко уже. Блять, прячься. У тебя много там противников? Ты видишь кого-то? Пока никого. Пошел. Ну я тоже что-то никого не вижу. Мать твою. Давай, 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 давай. Есть. Так, стоп, не иди. 20 секунд? Вы чё? Ну, давай, иди. Пока. А там охуеть сколько их. И 20 секунд. Вы ебанулись? Вы, блядь, нормальные? Вы, блядь, нормальные? Я больше не могу. Я больше не могу. Я больше не могу. Так. Давай, иди. Бегу сюда. Так, нихуя. Ах, вы танечки. Уёбок, блять, хотел меня убить. Да ты задрал, откуда ты задрал? Да ты нахуй, ты играть не умеешь. Пусть он. Сейчас будешь, сейчас местами поменяемся, специально, блять. Да ты, блять, не умеешь играть. Все видел. Вертолетчик странный, блять. Или самолет. Батончик? Батончик, блять. Уебал мне стреляет. Да я. Да бля. Давай, давай, персонаж. Упс, ты меня попал нечаянно. На воде без жертв не бывает. Отлично. Тебе двое. Трое. А, ляс, сука, полетел. Бля! Извини. Блять, сука, долбоёб ты ебан, сука. Что такое? Ты меня убил сбоку, блядь, долбоёб, я красный просто был, блядь. Сбоку, сука, подошёл. Красный? Как Биба? Бля, я к машине спустился, бля! Отлично. Гост ты, сука. А? Что за уебан мне стреляет? Уебан. Ля, тут потопы летают. Да можешь идти, я думаю. Так, пока иду. Ни хрена себе. Ох, ёханый. Сбоку идти будет. Давай, давай, взрывайся быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Из-за дыма ничего не вижу. Не понял, не успеваешь? Давай, 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 давай. Ай. Я думаю, можешь идти, что не успеешь, да? Так. Ладно, хорошо стрелять, я сам пошел.
Сука, долбоёб! Вот сейчас сразу беги. Да вы издеваетесь, 20 секунд. Охуеть! Блядь! С воротом машина и пару человечечек. Меняем все или еще раз? Давай попробуем поменять. Я не знаю, это... Я больше не... Мы сейчас тоже не сразу пойдем, потому что понимаешь, блядь, какая... Думаешь, там, где я сижу, там легко ничего делать не надо? Конечно нет, ты шо? Ну, блядь, вот то-то дело, я не смог пройти, потому что ты будешь их или медленно убивать, или... Так, вроде бы на двойку менять, чуть ли. Честно говоря, сверху я немного по-другому представлял карту. Нахрена противника, я не могу, 48 секунд, чи сколько там было, а их тут дохующе, я не могу пройти даже. Жесть. Так, тут уёба нет уже. Тут уёба? Тут уёба нет. Послышалось. Странно. Ладно, давай лучше поменяемся. Почему? Я думаю, я попробуем еще раз. Почему меняться? Ну, давай еще раз попробуем поменяться. Почему? Ты не можешь сверху с этого стрелять? Не, мне кажется, мне как-то неудобно, если честно. Что там, блядь, стрелять? О! Уёба, кто стреляет? Сразу туда. У меня уже просто тактика есть, куда бежать и что делать. Не беги, там типы стоят же. Бля, поздно. Три типа, один из. Угу. Не, ну в принципе. Сейчас было вообще нормально, так быстро. Быстро так было. 60 секунд же оставалось. Ладно, я пока побегу сюда, как обычно. Теперь сюда. Кто? Да пошел в жопу, блядь. Варлорд. Подпишись в стиме, Варлорд. Черный властелин, блядь. Фу, Брэд Питт. Все видел. Брэд Питт.
Бредонатор, во, новый фильм. Ну, не Терминатор, а Бредонатор. Хо-хо-хо, бля! Бля, с вертушки идут долбоёбы. О, отлично. Бля, тупо трупы летают. Тупо трупы летают. Там кто-то есть, кто, вертолет или что? Ну, завалил. Кто там, кто-то есть еще? Вроде бы никого по карте не показывает. Бля, 28. О. Вот беги, беги. Не успеешь, да? Надеюсь, успею. Давай, 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 пожалуйста. 9, 4, 3, 2, 1. Сука, я почти был! Я почти дошел. Брэд Питт, блядь, ебаный. Сука, игра не имеет, блядь, выкинь комп. Пожалуйста, не провоцируй меня, а. На что? На самоубийство? Ты себя видел, ты даже на самоубийство не провоцируешь. Ну, блядь, я шучу. Хотя, блядь, ты, конечно, блядь, шванина тупая, сука. Ну, сука, ты вертолет уеби, уеби. Мне нравится тупо орать. Он за гранатометом, то, что надо, блядь. Петухи какой-то там стреляют. Ебать, 23 часа ночи нахуй. Мордует, блядь, моих родственников. Заебали, блядь. Пиздец, меня уже бесит, сука. Да мне всегда бесит, в принципе. Хули, это не новое. Тип сейчас вылезет. Сука. Блядь, сука, за что? За что? За что? За что? За что с этим типом? За что? Ну да, блядь, за что ты же? Ой, блядь, быстрее пройти, сука, потому что я чувствую, блядь, там сейчас такой пиздец начинается. Мне не дадут записать нормально. Нихуя, блядь, не дадут, сука. Как обычно. Сам себе ослепил. Вау! О, отлично. Валю сюда. О, Брэд Питт, сука. Какого? Ну, Саня! Я не бежал, вообще? Я даже не бежал, я в укрытие пошёл. Да бежал ты, сука, ты бежал, блядь! Я в укрытие пошел и да ты бежал! Я в укрытие пошел и ты бежал! Я в укрытие пошел и сдох. Я в укрытие пошёл и сдох. Баня, побежу сразу сюда. Вражеские пиздюхи не могут отправить. Да хорош стрелять, метки такие, блядь, долбоёбы. А, орудие, ебать. Все, 6 секунд успеем. Так, там стреляют, там что и нет. Муравьи, блядь, ёбаные. 40 секунд, так, блядь. Так, у ебаного одного нет. Кто стреляет? А, вертушка. Два типа вышли. 26 секунд. Вроде все, беги уже. Да, блядь, опять не успеем. Успею. Успею, блядь. Что-то, блядь? А, вот ты меня зацепил. Отлично. Отлично, блядь. Нихуя не вижу. Да все, я тебе говорю, что не успеем, блядь. Успеем, успеем.
Мы если нихуя не успеем, шо пиздишь, блядь? Да блядь, ну ты мне просто попал. Да блядь, тогда что там тип за тобой сзади был? Да и толку, если я не попал бы, что ты все равно, ты что, упал или что там? Не знаю, я успел бы, блядь. Да не успел бы, блядь, что случилось? Игра замедлилась, когда я в тебя попал. Просто меня ослепило конкретно, я ничего не видел. Ты уже посмотри. Так, я уже вперед немного. Обычно. Ты продвигайся, продвигайся. Самое сложное, это когда ворота тебе открываются. Так ты вот убьёшь, потому что видишь, время идет, я ж пока разберусь с ними. Потом не успеешь. Блядь. Зажили пиздюки, блядь. Да блядь, ты сука заебал. Да что ты хуяк это происходить начал, я не понял, хуй ты выебусь? Мы с первого раза проходили. Ну когда проходить миссию начали, ты уже проходил, блядь. Что с тобой, Вася? Да меня атакуют какие-то пиздюки. Надо было не меняться, блядь. Блядь, меткие хады, блядь, а? Пошел. Отлично. Что пойду? Отлично. Так, я пошел, молясь. Вперед. Так, вроде бы никого. Зажимайся, так отойдем немного. Вперед. С кем тебе там перестрелка, блять? С кем ты долбоебом? Вот тут надо чем быстрее добраться, тем лучше. Тут разницы особо нету, блин. Ты, в принципе, успеваешь тут. А потом мало... Сзади, сзади! Блядь. Жив, сука. Я пошел. Ну иди! Там один дебил зажал, у меня было красное. Блять! Иди, время же! Зажимайся, чёрт, клавиши, блядь! Я не успеваю, там машина еще, я не знаю, в кого стрелять. Там машину сразу стреляй. Как будет. Машина позже выезжает просто. Я бегу. Ты время видел? Время видел? Да. 0003. Да. Это шутка была или как? Или ты так успел? Я успел. 0003, мне же не верится. Достижения получили, значит это... Зависит от того еще какое достижение. Миссия режима выживания в операциях. Все, блядь. Все. Сука, это вообще, блядь, это... я в шоке. Сначала это спецоперации были нормальные, но потом постепенно скатывались в говно. Да и сначала тоже не особо интересные были. Но мы это, блядь, прошли, это мы прошли, боже ж ты мой, прошли. Ты что поставил? Барака. Ну давай начни по приколу, будем говорить. Давай, начни.
Начни, чтобы мы еще ебали. Напарник еще не открыл эту операцию. Тем не менее, он сможет получить экспириенс. Дважды человек, типа, не... Че, блять? Ой, пофиг, начни. Ну, в общем... Сейчас посмотрим и закончим. Да, потому что это вообще... Такая жопа. Так, во, загрузилось. А, саперная команда, химическое оружие, патрульники и бронированные джигурнаут. Джигурнаут, джигурда, джигурда. Какая разница? Что ты несешь? Воу. Вау. Тупо виток. Броня 250. О, как, моя любимая карта в мультиплеере. Да вошел. Ты ничего особенного. Просто выживаешь и все. Там выстрел в голову, выстрел в голову, $500. Если бы так реально давали, потом за это. И что, ты кому-то в голову бы выстрелил за $500? Не, имею в виду, в игре выстрелил, а дали в реале деньги. Ага. Ярость, плюс $500. Да я богатый, блядь, буду. Походу. Вау, достижения дали. Тупо достижения набиваем. О, оружие какое-то. Бля, вы шо? Ждем шваль. А, тут деньги надо, вау. Шваль ждем. Тут оружие надо еще покупать. 3, 2, 1. Войска противника на подходе. Ты бы будем выживание записывать. Покажем зрителям, кто может не знает, не видел. Просто как-то противники легко убиваются. Вообще они какие-то легкие, чем в спецпрессах. Вау, граната закончилась. Гранаточка? Не, вроде прикольно так, но... Чуть не то. В общем, ладно, всем спасибо, кто смотрел. Да. Спецоперации. В Advanced Warfare и Ghost вроде спецоперации нету, и у Сани и Комгону. Шо? Но есть коп World at War. Но мы его проходить не не будем. Нет, он же не полный. И ну он да, он не полный. Фан-коп какой-то, блин, тупо. В общем, всем спасибо. Был с вами Саня Электрик, мини-гейм. Следующий коп, не знаю. Может что-то другое, но скорее всего, наверное, DayZ. Но DayZ всем пока. Всем пока. Спасибо, что были с нами.